Одной из достопримечательностей города Алагир является памятник павшим в Великой Отечественной войне. В день 40-летия победы нашего народа в Великой Отечественной войне в 1985 году на улице Костахи Тагурова был открыт памятник, посвященный нашим воинам-землякам, погибшим в этой страшной войне. На бетонном основании стоит легендарный танк Т-34. Выразительность памятника подчеркивается удачным выбором места данного сооружения. Вздыбленный на возвышенности танк как будто подстерегает коварного врага в готовности раздавить его стальной грудью. Венчает всю композицию постоянно горящий вечный огонь, который символизирует вечную память о подвиге наших земляков, защитников Родины.